Всем привет! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня, друзья, у меня пятница, на календаре 5 апреля, и я с большим удовольствием сегодня хочу приступить к съемке нового видео. Это будет традиционный уютный вязальный влог, в котором я хотела бы поделиться с вами частичкой своей вязальной жизни, буду показывать вам свои процессы, над которыми я сейчас работаю, их продвижение. Очень надеюсь, что у нас с вами будут за эту неделю готовые работы. Также, скорее всего, я буду начинать что-то новенькое вязать, так как в прошлом ролике упоминала, что меня пригласили в тестирование новых описаний, это будет описание носочков, и я буду начинать, конечно же, новые процессы. Также у меня намечается одна небольшая покупка, покупку я уже сделала, это мои новенькие спицы, как раз для вязания носочков, и я сейчас жду эту посылку, так как заказывала я спицы еще перед пасхальными выходными, и уже прошло достаточно много времени. Надеюсь, что в ближайшие дни мне ее доставят, и я смогу с вами поделиться не только распаковкой, но и новеньким процессом на этих спицах. Вот, значит, будет много вязания, возможно, я также вставлю в это видео какие-то небольшие зарисовки своих прогулок, поделюсь прекрасными видами Северной Норвегии. Правда, весна к нам пока не спешит, за окном у нас еще достаточно много снега, и сегодня немного штормит, поэтому, возможно, во время этого коротенького подключения вы будете слышать завывание ветра на фоне, но такая уж она есть у нас весна, поздняя, снежная и ничего, от этого, наверное, еще более долгожданная. Значит, друзья, это примерно все моменты, которые будут ждать вас в этом видео, поэтому хочу по традиции пригласить вас к просмотру, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, конечно же, берите вязание, и мы с вами будем погружаться в атмосферу моего уютного северного вязания. Желаю вам приятного просмотра! И начать, друзья, это видео я хотела бы по традиции с коротенького рассказа о тех проектах, с которыми я начинаю эту неделю. Покажу вам, на каком этапе они у меня находятся. И давайте я начну, наверное, со своего любименького процесса. Конечно же, это будет свитер с круглой жаккардовой кокеткой. Давайте вот так вот поближе вам его покажу. Это свитер по описанию тайга. Вяжу это изделие уже не первый раз. Я даже, наверное, затрудняюсь посчитать, сколько всего таких свитеров я связала, но, как мне кажется, достаточно много. Вязала их абсолютно из разной пряжи и решила повторить этот свитер для себя уже в любимом своем, скажем так, материале, проверенном годами. Это пряжа Лопи, Лед Лопи от бренда Истекс. Это исландская шерсть, она такая рустикальная, немножечко колючая и шершавая, но очень долговечная, хорошо она носится и прекрасно подходит для такой, знаете, активной, беспощадной эксплуатации. В общем, все, что нужно для активности на свежем воздухе. Значит, начала я вязать этот свитер, наверное, где-то в конце марта, возможно, 31 числа, и вот такие у меня скромные продвижения. Почему же я вяжу этот свитер так медленно? Дело в том, что я, во-первых, растягиваю удовольствие, а во-вторых, это мой, скажем так, вязальный ритуал за чашечкой кофе. Я очень люблю утром заварить себе кофеек и вот, знаете, в тишине насладиться временем для себя, выпить кофе не спеша, так размеренно, и вот за чашечкой кофе я провязываю один ряд жаккарда по круглой кокетке. Значит, сейчас я в самом начале пути, у меня провязано 9 рядов, дело в том, что сегодня за чашечкой кофе я провязала один ряд, и в
Впереди меня еще ждет очень-очень много чашечек кофе и очень много рядов жаккарда. Но на самом деле с этим проектом я не спешу. У меня есть лопопейсы, да, которые я ношу сейчас. И это просто свитер на смену предшественнику. Дело в том, что этот свитер я впервые связала для себя, наверное, года 3 назад из пряжи Каризма от бренда Drops. И на протяжении 3 лет я его очень много и часто носила, и он уже такой, знаете, уставший, назовем это так. Он устал, поэтому я планирую его заменить на такой вот более долговечный вариант из пряжи Лопи. Поэтому вяжу не спеша, в удовольствие, и буду продвигать на этой неделе этот проект. Так, значит, это что касается моего первого и не основного проекта. И второй проект, о котором тоже буквально несколько слов скажу, поскольку детальней о нем я рассказывала в предыдущем ролике, это свитер для моей дочери, для Оливии, по описанию от датского дизайнера, от Petite Knit. Свитер называется «Шторм», «Шторм Света», и в предыдущем ролике я показывала вам этот свитер. У меня был отвязан корпус, обработана горловина, но не было рукавов. И, как вы видите, за вчерашний вечер, за вечер активного вязания, я связала один рукав. Здесь я тоже немножечко отступила от описания. Дело в том, что по описанию мне нужно было делать убавки более часто, чуть более интенсивно в самих блоках узора, и потом вязать какой-то участок рукава по прямой. Я же решила делать убавки между узорами, и убавки я делала вплоть до конца рукава, и у меня получился манжет, наверное, чуть более широкий, чем это предусмотрено описанием. Но мне, тем не менее, нравится результат. Я очень красиво и аккуратно закрыла петли иглой с имитацией итальянского наборного края. В общем, у меня тут фабричное закрытие и по низу, и по манжетам. И, в принципе, у меня осталось не так много работы. Мне нужно связать второй рукавчик. Этим я обязательно займусь сегодня вечером и, конечно же, буду делиться с вами тем, как продвигается работа над этим свитером. Вообще, вязание этого проекта мне нужно закончить на выходных, желательно, поскольку 10 апреля должно у меня на канале выйти видео, посвященное этой готовой работе и истории ее создания. Дело в том, что этот свитер я вяжу в рамках проекта «Тайная коробочка» от Abel Knit, и если вы смотрели, друзья, мои предыдущие влоги, то о этом совместном проекте вы от меня точно слышали. Еще в начале марта мы получили тайные коробочки с пряжей от прекрасного магазина пряжи Abel Knit Wolle, он находится в Германии, и меня в этой коробочке ждали 3 пасмы прекрасного мохера ручного окрашивания в таком бежево-розовом оттенке, достаточно сложном. Я долго не могла подобрать проект для этой пряжи, и когда решила связать для себя такой как бы махеровый свитерок в формате лонгслива, мне на него не хватило пряжи. В общем, ждала меня такое небольшое разочарование, и я не знала, смогу ли я подобрать проект и успеть связать плечевое изделие, но благодаря вашим советам и комментариям я поняла, что мне нужно просто отказаться от идеи из 3 пасм махера связать взрослое плечевое изделие и рассмотреть эту пряжу в качестве материала для детского проекта. И я, собственно говоря, это сделала. Я взяла пряжу из запасов, это Baby Alpaca от бренда King Cole, вот такая очень мягкая и приятная у меня есть ниточка, очень красивым, сложным, таком розовым, меланжевым оттенке, и я сочетаю ее с махером. Кстати, по поводу махера, моточек находится у меня под рукой, поэтому давайте я покажу вам его поближе. Вот так выглядит эта пряжа, и, как мне кажется, эти оттенки просто были созданы друг для друга, они чудесно друг друга дополняют. Я бы сказала так, что пряжа альпака, она достаточно специфическая, она тяжелая, гладкая, такая струящаяся в полотне, а вот мохер, он добавляет этому полотну дополнительной такой стабильности,
Плюс на полотне появляется такая приятная воздушная дымка, и оттенок становится, наверное, более многогранным. Мне нравится это сочетание, я прям рада, что решила рискнуть и сочетать эти две пряжи между собой. Кстати, по поводу еще тактильных ощущений, хочу буквально несколько слов сказать. Мохер этот очень нежный, очень мягкий, очень приятный. Я уже вязала для Ливии свитер с использованием этого мохера, но только в другом оттенке, и ребенок носит его с большим удовольствием, даже когда на улице достаточно тепло, этот свитер не кусается. Вот, Baby Alpaca тоже очень нежная и мягкая, здесь нет никакой колкости. Я работала с альпака от Drops, по-моему, вязала из пряжи Puna. Так вот, Puna это просто зверь по сравнению с вот этой пряжей, она прям как шелк, очень нежная, мягкая, приятная, и вот мохер чудесно ее дополняет. Я уверена, что этот свитер Оливия будет носить и весной, и летом. Дело в том, что у нас достаточно холодная погода круглый год, то есть не только зимой у нас холодно, да. Даже летом особо таких жарких деньков немного, поэтому я думаю, этот свитер будет прекрасным дополнением детского гардероба на весенний-летний сезон, и Оливия будет его с большим удовольствием носить. Он ей нравится цвет и то, что здесь использованы такие вот разные интересные узорчики. Кстати, за счет того, что в этом изделии использовано несколько разных теневых узоров, которые постепенно друг друга сменяют, вязать его очень интересно, легко, приятно, ты как-то погружаешься, и вот связал один блок узора, и тебе уже хочется перейти к следующему, и как-то так быстро, увлекательно, интересно у меня продвигается работа над этим проектом. Поэтому буду продолжать вязать этот свитер, и я думаю, что в одном из следующих подключений я поделюсь с вами уже готовым результатом. Так что вот, друзья, такие у меня новости по вязанию на сегодняшний день. Работаю над двумя проектами, и как только у меня наметятся небольшие продвижения, обязательно к вам подключусь и поделюсь. На этом, наверное, я буду заканчивать. Иду дальше заниматься домашними делами. Увидимся с вами в следующем сюжете. В общем, друзья, не успела я записать для вас предыдущий сюжет, как получила смс о том, что ко мне приехали мои спицы, поэтому бегу в почтовый ящик для того, чтобы их забрать поскорей. Как я и говорила, у нас еще огромнейшие сугробы. Вот. Но ничего, к нам тоже однажды придет весна. В почтовом ящике меня ждал вот такой вот небольшой пакетик, а внутри, как я уже успела вам сказать, меня ждут новые спицы. Итак, друзья, я уже дома, и как вы видите, я уже успела снять пластиковый конверт, а внутри меня ждала вот такая вот красота, очень эстетично все упаковано, спицы находятся внутри холщового мешочка, я думаю, что этот зеленый мешочек я смогу использовать для каких-то вязальных мелочей, возможно маркеров, возможно лесок для того, чтобы держать петли. В общем, внутри, как вы видите, находится гвоздь программы, это мои новые спицы, все перевязано ленточкой, поэтому сейчас я буду распаковывать и хочу вместе с вами разделить эти счастливые мгновения. Итак, друзья, хочу поближе показать вам свою покупочку. Это, как вы могли заметить из предыдущего сюжета с распаковкой, спицы от бренда Knit Pro. Называются они Lantern Moon. Вообще, это спицы заявлены как сверхпрочные, из какого-то волшебного эбенового дерева. Но у меня, к сожалению, в процессе распаковки произошло ЧП, и одна из спиц сломалась. При том, что я еще даже на них ничего не вязала, я просто аккуратно достала их из коробочки, вот так вот взяла бережно в руки, вот так вот, и когда я держала их вот таким образом, послышался хруст, и одна из спиц вот просто развалилась у меня в руках на две части. Не знаю, с чем это связано, возможно, это не волшебное эбеновое дерево, а просто маркетинговый ход. Вот, возможно, мои спицы просто повредились в процессе транспортировки. Дело в том, что покупала я их онлайн, и они ехали ко мне обычной почтой.
почтовый ящик. Возможно, их где-то уронили, возможно, их прижали чем-то. Дело в том, что еще вот эта вот коробочка, она была немного деформирована. То есть было видно, что с ней что-то с ней произошло. Возможно, ее открывали как-то. В общем, не знаю. Напишу об этом обязательно в магазин, посмотрим, что они мне скажут на этот счет. Но в любом случае я их информирую о том, что спицы ко мне приехали не целые. Вот. И да, зачем же я их купила? Я их купила для того, чтобы вязать носочки жаккарда. Дело в том, что я попала в тест одних очень интересных носков. Хочу связать их для Оливии. Дело в том, что на них такой милый, забавный узор. Вот. И для этих целей я купила чулочные спицы. Вообще, если вы на моем канале давно, вы знаете, что я очень люблю вязать носки методом Magic Loop. И вот за годы вязания я даже собрала небольшой наборчик неразъемных спиц от бренда Chiagu. Это спицы стандартной длины, на леске 80 сантиметров. Обожаю их, считаю их просто идеальными. Прекрасный стык, вяжу на них все свои небольшие аксессуары, но для вязания жаккардовых носков, в особенности жаккарда по паголинку, когда это, знаете, такой большой раппорт узора, и когда количество раппортов узора нечетное, мне нужны чулочные спицы. Я так вязала носочки Мариус, мастер-класс, на который есть у меня на канале. Там в работе 3 раппорта узора, и очень удобно было вязать, именно распределив раппорт узора на спицу. Ты тогда видишь узор, и у тебя идет комфортное вязание, потому что если вязать методом Magic Loop, то один из раппортов нужно делить пополам, и в принципе будет и стык заметен какой-то, это не супер удобно. Поэтому я решила заказать чулочные спицы. На самом деле я выбирала между спицами от бренда Chiagu бамбуковыми и спицами от Knit Pro, который Lantern Moon. И знаете, вот рука потянулась именно в сторону Lantern Moon по двум причинам. Первое, это, конечно же, то, что они как сверхпрочные заявлены. И второе, это потому, что они такие вот красивенькие черные. У меня когда-то раньше был такой бюджетный набор бамбуковых спиц с какого-то китайского маркетплейса. Но я часть этих спиц погнула, часть поломала, и я подумала, что, наверное, бамбуковые Chiagu тоже будут гнуться, и у меня такая, знаете, мертвая хватка, что я, когда вяжу носки, я прям, сильно жму на спицу, поэтому решила, что, наверное, я возьму вот эти вот красивенькие черные спицы, они прям такие лаконичные, но, как видите, не все то крепкое, что заявлено. Поэтому, да, буду их тестировать, посмотрим, доживут ли до конца влога эти спицы, либо, возможно, я их сломаю в процессе вязания жаккардовых носочков. Посмотрим, друзья, обязательно с вами поделюсь. Вот такая вот у меня покупочка. И да, пойду, наверное, попробую набрать петли для носочков. Увидимся с вами в следующем сюжете. Надеюсь, с более приятными новостями. Итак, друзья, у меня тут невероятно радостный момент, и я, конечно же, хочу разделить его вместе с вами. Дело в том, что я только что закончила вязать детский свитер с теневыми узорами. Вот такой вот красавчик у меня получился. На самом деле я сижу на диване в окружении еще моточков, потому что только что закончила вязать второй рукав. Закрыла петли иголочкой, вот так вот красиво и аккуратно у меня это получилось. Обожаю резинку 1х1 закрывать именно иглой с имитацией итальянского наборного края. Мне кажется, это максимально красиво, фабрично. И, кстати, у меня на канале есть мастер-класс, такой коротенький, подробный видеоурок, по которому вы научитесь выполнять такое закрытие петель. Я там показываю все максимально подробно, на толстой светлой пряже, поэтому даже если вы никогда не пробовали, я вам искренне советую попробовать. Вот резиночку 1х1 закрываю всегда только так. Выглядит шикарно. И, кстати, это еще очень эластично. Вот смотрите, как хорошо растягивается. То есть просто потрясающе. Единственное, что меня немного огорчило в этом проекте, это расход пряжи. Дело в том, что у меня была одна упаковка пряжи альпака, вот этой вот такой розовенькой, и у меня было всего 12 мотков в этой упаковке. Я рассчитывала, что на детский этот свитер у меня уйдет в районе 6 моточков, но нет. У меня, друзья, ушло 8. 8 мотков пряжи, вот это 8, и, это прям много. У меня осталось всего 4 целых моточка, вот здесь в проектной сумке. Зато осталось много мохера, вот этого распущенного.
Я думаю, что я обязательно попробую связать для Ливии еще какой-нибудь небольшой проект из этой пряжи в будущем. Наверное, я свяжу какой-нибудь классный жилет, но возьму одну ниточку вот этой альпака и две нити мохера, вот, чтобы полотно было такое потолще. Ну и мне, в принципе, хватило, так как свитера сейчас для ребенка я вяжу уже не маленького размера. Вот. Так что у меня готовая работа. Сейчас запрячу два последних кончика вот здесь вот в месте присоединения рукава. Я добавляла ниточку и пойду стирать. Вот. Мне нужно обязательно на выходных провести ВТО для того, чтобы на следующей неделе я могла сделать фотографии для этого изделия и записать видео итоговое в рамках проекта «Тайная коробочка» от Абель Нит. Вот. Я думаю, что итоговое видео выйдет немножко раньше, чем этот влог, и вы его уже, наверное, посмотрели. Так что, да, если вдруг видео будет, то я добавлю вот здесь ссылочку на него, вы сможете перейти и узнать какие-то подробности о вязании этого изделия, а также при желании проголосовать за мою работу в рамках этого конкурса. Так что вот, друзья, поделилась с вами, иду сейчас проводить ВТО и покажу потом финальное преображение этого изделия. Всем привет, друзья, всем доброе утро. Ну что, сегодня у меня понедельник. У нас такая туманная, дождливая погодка. Вообще дожди передают на всю неделю. Будем надеяться, что они смоют нам эти бесконечные снежные сугробы. Хочу сейчас показать вам свои процессы, на каком этапе они у меня находятся, поделиться продвижениями, так что давайте перейдем к столу. Итак, давайте теперь несколько слов о моих текущих процессах. Значит, у меня на спицах на сегодняшний день только два проекта. Один из них вы уже видели, это свитер Тайга. Кстати, он у меня немножко подрос за выходные. Дело в том, что после того, как я закончила вязать детский свитер, я увлеченно провязала несколько рядов жаккардовой кокетки. И вот такой хорошенький у меня здесь прогресс, достаточно заметный. Кокетку я еще, конечно, не довязала, впереди еще довольно много работы. Но я думаю, что на этой неделе я активно буду продвигать этот свитер, и, возможно, к следующим выходным у меня будет новенькая лобопейса. Но не будем забегать вперед. Дело в том, что помимо этого свитера у меня в работе также находится носочек с жаккардом. Это мой новый проект. Давайте, наверное, я его сейчас принесу и покажу вам моточки, которые я взяла для вязания, а также, собственно говоря, свои небольшие продвижения. Итак, я принесла свой новенький процесс. Это вот такие вот милые жаккардовые носочки с котиками. И давайте немножко поподробнее расскажу об этом проекте, а также о пряже, которую я здесь использую. Начну с того, что еще в конце марта меня пригласили поучаствовать в тестировании одного описания. Это описание от канадского дизайнера. Девушку зовут Вай Чен. Но я думаю, что многие из вас знают ее как The Petite Knitter. Я обязательно добавлю на экран скриншот из ее инстаграма, и вы 100% узнаете ее работы. Она живет в Канаде, на севере, и вяжет просто невероятные изделия жаккардом. Мне очень нравятся те модели, которые она разрабатывает. Я не могу сказать, что мне хочется их все повторить в свой гардероб, возможно, только некоторые из них, но мне нравится на них смотреть, и я с удовольствием бы многие из них связала. Поэтому сейчас я жду того момента, когда Оливия станет немножко взрослее, и я смогу связать лобопейсы по описанию этого дизайнера в ее гардероб. Вот. Сейчас же меня пригласили поучаствовать в тестировании описания носочков с жаккардом. Вот. Я не часто вяжу носки с жаккардом, потому что это все-таки очень такой кропотливый процесс, но здесь я не могла устоять, все-таки очень классная модель, такая интересная, и я подумала, что в детском гардеробе носочном это будет то, что нужно. Да, эти носки я решила вязать для Оливии, тем более у нее достаточно большая уже нога. Мне кажется, что скоро она меня догонит, потому что с завидной регулярностью она постоянно берет мои носки и с удовольствием их носит. Вот, поэтому решила связать для нее что-то такое интересненькое, красивое, сложное с жаккардом. И вот такая вот у меня моделька в работе. Значит, в ближайшее время мне нужно закончить
будет работу над этим носком, поэтому продвигаю я его достаточно быстро. Кстати, вязала жаккард на этих носках я именно на новеньких спицах Lunter Moon. Сейчас я переодела вязание на спице Чагу с длинной леской, чтобы мне удобно было это одеть на блокатор и вам показать. Вот, но, в принципе, вязала достаточно комфортно на спицах 3 мм от Lunter Moon, вязала плотненько, жаккард здесь очень непростой, с очень длинными протяжками, раппорт узора большой, и я могу сказать так, что это носки для опытных вязальщиц, для любителей жаккарда, знаете, тех, кто хочет чего-то такого сложненького, заковыристого, то есть это не легкое дыхательное вязание, поэтому если вдруг вы новичок в жаккарде и вам понравилась эта модель, то я вам ее не рекомендую. Вот, я вяжу жаккард уже много лет, вяжу его из любой пряжи, и в носках, и в крупных изделиях. И могу сказать, что над этим процессом я работала прям медленно. То есть я провязывала один ряд и делала небольшую паузу. Снова один ряд и делала паузу, потому что сесть и вот так вот приятно запойно вязать жаккард было невозможно. В работе практически все время три цвета, очень длинные протяжки, еще раз повторюсь, поэтому здесь нужен опыт. Вот. Мне кажется, я хорошо подобрала пряжу для этого проекта, и после стирки носки будут выглядеть, ну, чуть более симпатично, чем это есть сейчас. Я давайте поближе покажу вам сейчас жаккард. Здесь не очень ровные петли, что-то где-то криво-косо, где-то что-то перетянуто. Но я после стирки немножечко потяну этот носочек, одену его на блокатор, буду сушить именно на блокаторах и надеюсь, что после ВТО это будет посимпатичней. Значит, какую пряжу я здесь использую? Я хотела повторить максимально цветовое решение дизайнера, поэтому использую пряжу в качестве основного цвета белую от Nord, это бренд Drops. У меня был один моточек в запасах, мне дарили его на новогодних праздниках, попался мне этот моточек в одном из адвент-календарей, и вот я решила его использовать в этих носках. Размотала моток на две равные бобиночки и вот из одной из них начала вязать. Долго искала у себя в запасах какой-то подходящий такой желто-оранжевый оттенок и нашла вот такой потрясающий цвет корицы. Это пряжа от бренда Катя. Называется она, по-моему, Natural и цвет цинамон, корица. Вот именно такой красивый корицы оттенок. И передается. Это стопроцентная шерсть, примерно в носочном метраже. У меня была пасма этой прекрасной пряжи. Я, наверное, добавлю фотографию на экран, чтобы напомнить, как изначально выглядела эта прекрасная пряжа. И вот я ее использую для жаккарда. Она должна будет немножечко распухнуть вот после ВТО, поэтому петли, скорее всего, выровняются и станут пообъемней. И гость сегодняшней программы, друзья, это пряжа черного цвета, которую я использовала при вязании жаккарда в этих красивых кошкиных носках. Сразу хочу сказать, что если вдруг вы сейчас не сидите, то, пожалуйста, сядьте, потому что после того, как я скажу, какую пряжу я использую для вязания жаккарда, вы 100% упадете. Скажу так, у меня само сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что для вязания жаккарда в носках я использую 100% кашемир от бренда Loro Piana, который называется Coarse Hair. По-моему, метраж этой пряжи 500 или 550 метров на 100 грамм. Но проблема в том, что это единственная черная пряжа, которую я нашла у себя в запасах. Ничего другого, ни бобинного, ни моточного у меня не было. Мне, скажем так, нужно было найти именно черную пряжу. И плюс это должна была быть какая-то кардная ниточка, то есть она должна быть пушистой, чтобы в жаккарде после ВТО она дала пушок. И, скажем так, это все выглядело максимально равномерно, красиво и аккуратно. Поэтому, друзья, скрипя сердцем, я решила несколько грамм пряжи забрать из своих будущих перчаток. Да, у меня 50 грамм этой пряжи всего лишь в запасах, и я планирую из нее связать в будущем для себя простые такие базовые лаконичные перчатки. Вот, но как бы котиков мне тоже хочется связать, поэтому я решила, что не будет, наверное, страшным, если я несколько грамм пряжи позаимствую для вывязывания жаккарда. Как вы видите, здесь не так много блоков черного цвета. Дальше, на самом деле, по стопе тоже нужно будет использовать черный цвет, но я решила, что там я его заменю на коричневый. Вот. И надеюсь, что
это будет выглядеть тоже достаточно неплохо. Так что да, вот такие вот у меня эксклюзивные виды пряжи задействованы в вязании этих носков. Для себя, кстати, я сделала вывод, что мне обязательно нужно пополнить запасы своей носочной пряжи какими-то однотонными мотками, поскольку большинство пряжи, которые на сегодняшний день хранится у меня в запасах, это секционка, то есть это либо пряжа ручного окрашивания короткими секциями, либо это какие-то очень классные моточки, но тоже яркие и секционные, и однотонной пряжи прям вот крайне мало. А я преимущественно вяжу носки именно из однотонной пряжи, редко вяжу из секционки, поэтому если вдруг в будущем я решу купить себе какие-нибудь носочные богатства, то однозначно буду смотреть в сторону однотонных мотков, и вот черную пряжу обязательно внесу в список покупок, может быть, Drops Nord куплю, либо еще какие-то моточки, и просто положу их, чтобы было, и при необходимости связать жаккард я больше не покушалась на такие вот эксклюзивные запасы, как кашемир. Так что да, друзья, вот такой у меня новенький процесс, вяжу его, и на самом деле мне нужно достаточно быстро связать один носок, так как описание скоро выйдет, и я надеюсь, что к концу влога я смогу показать вам уже законченную модель. Радует меня только то, что самая сложная часть жаккарда уже позади, дальше жаккард будет вязаться попроще, также здесь забытая пятка будет вывязываться, и носки на самом деле будут не очень большие, так как они на детскую ногу, несмотря на то, что у Оливии уже примерно 33 размер ноги, все равно носочек будет поменьше, чем для меня. Поэтому думаю, что к концу недели я закончу работу над носочками и обязательно в одном из следующих включений покажу вам, что у меня получается. Всем привет, друзья! Ну что, сегодня у меня уже пятница. К слову, да, я здесь за кадром. Всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Мне кажется, что последний раз к вам я подключалась еще в начале недели. Тогда как раз заканчивала работу над детским свитером. Сегодня он, как вы видите, уже готов. И да, к сожалению, мои планы по активной съемке вязального влога успехом не увенчались. Все дело в том, что эта неделя была очень насыщена в плане работы. Я вязала очень мало, к тому же немного приболела, поэтому все мои проекты двигались по нескольку рядочков только. И я решила не показывать вам эти скромные продвижения, просто вязала за кадром. И сегодня покажу вам все, что мне удалось связать за эту неделю. За окном у нас очень сильно шумит дождь, и я надеюсь, что в такой уютной обстановке мы с вами как раз подведем итоги моей вязальной недели и посмотрим на мои результаты. Начну я с проекта, который сейчас находится в кадре. Это свитер, который я связала для своей дочери по платному описанию от Petite Knit. Описание называется «Шторм свитер». Очень приятный, такой легкий, увлекательный для вязания процесс, теневые узоры, хорошая конструкция, интересно было мне его вязать, и как-то легко и приятно он у меня вязался. Этот свитер был связан в рамках проекта «Тайная коробочка» от Abel Knit. Для вязания этого свитера я использовала мохер ручного окрашивания и также великолепную Baby Alpaca из своих запасов в нежном розовом таком оттенке. Сейчас, как вы видите, свитер уже готов, он прошел ВТО, отпарен, я уже даже успела сделать фотографии, Оливия примеряла этот свитер, немножко бегала в нем на улице. Сегодня, конечно, погода к такому изделию не располагает, так как у нас достаточно холодно, и да, свитер, скорее всего, будет ждать теплых солнечных деньков для того, чтобы отправиться в активную носку, вот, но я обязательно добавлю вам фотографии и покажу, как это изделие смотрится на Оливии. Также, друзья, хочу сказать, что в среду у меня на канале вышло внеплановое видео, такое, знаете, незапланированное, это видео, в котором я подводила итоги своего участия в проекте «Тайная коробочка», и там же показывала эту вещь, показывала это изделие, рассказывала немножечко истории его создания, поэтому если вдруг вы этот ролик пропустили, то я подсказку оставлю в верхнем углу,
сможете на нее нажать и посмотреть ролик полностью. Вот, значит, сейчас проходит голосование. Я думаю, что к моменту выхода влога я уже буду знать результаты. И, конечно же, друзья, пользуясь возможностью, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео о проекте, кто оставил добрые слова, комментарии, кто голосовал за меня, за мою работу под видео других девчонок. Это на самом деле бесценно. Девочки скидывают в наш общий чат ваши сообщения, и мне безумно приятно, что вы голосуете сами, просите своих родных, близких, мужей проголосовать за меня, за мой свитер. Это безумно приятно, очень трогательно, и спасибо вам огромное. Я на самом деле даже не ожидала, что мое такое простое изделие, детский свитерок, вызовет столько приятных сообщений и комментариев. Вот, значит, думаю, что очень подробно на этом свитере я останавливаться не буду, так как все, что я могла о нем рассказать, я уже рассказала. Единственное, ссылку на описание я, конечно же, оставлю внизу в инфобоксе. И еще раз, наверное, резюмируя все вышесказанное, только повторюсь в том, что очень приятно вязать изделия теневыми узорами, не скучно, интересно и как-то увлекательно. Поэтому, возможно, это не последний свитер в подобной технике, в планах и для себя связать нечто подобное. Я думаю, что на этом с готовой работой все, и давайте теперь посмотрим на мои процессы. Итак, друзья, давайте теперь немножко детальнее поговорим о моих процессах. Напомню, что на сегодняшний день у меня в работе находятся два проекта. Кстати, оба эти изделия я вяжу жаккардом. Просто один проект у меня небольшой, но очень сложный, такой, знаете, кропотливый. А второй процесс более простой, но более масштабный. И, кстати, начнем мы именно с него, поскольку это мой основной проект на сегодня. Конечно же, речь пойдет сейчас о свитере «Тайга», который находится перед вами. Значит, вот так неплохо я продвинулась за то время, пока мы с вами не виделись. Насколько я помню, в начале влога я показывала вам только начальный этап вязания жаккардовой кокетки, и за неделю небольшими продвижениями, буквально по нескольку рядочков, я смогла полностью вывязать жаккард. Также я вывязала азиатский росток по спинке. Вы можете заметить, что спинка здесь гораздо длиннее, чем полочка. Сделано это для того, чтобы получить вот такую хорошую разницу в высоте по полочке и по спинке, красивое закругление горловины и, конечно же, удобную посадку. Также я выделила рукава, набрала подрезы и уже перешла к вязанию корпуса. Также, наверное, вы заметили, что полотно по кокетке немного отличается от полотна по корпусу. Дело в том, что после того, как я отвязала росток, я полотно отпаривала. Всегда, прежде чем перейти к выделению рукавов, набору петель, на подрезы, я полотно отпариваю и примеряю. Я смотрю, как сидит свитер, достаточно ли мне ширина рукава, тело, как это вообще выглядит. Поэтому, да, делала примерку, и для этого я отпаривала жаккард, чтобы кокетка приняла свои реальные размеры, и я могла оценить то, как это сидит. И знаете, я безумно довольна. Я немного переживала насчет размера. Все дело в том, что вяжу я этот свитер по описанию, но я не попала в плотность.
Я, как уже говорила, взяла для этого проекта пряжу лопи. Это пряжа LED лопи, ее метраж 100 метров на 50 грамм. И обычно эту пряжу я вяжу на спицах номер 5. Моя плотность примерно 18 петель на 24 ряда обычно. Но не в этот раз. В этот раз пряжа оказалась более тонкой, и мне пришлось спицы поменять. У меня спицы 4,5 мм. Вяжу я на бамбуке очень плотно. И вот весь жаккард я вязала очень медленно по той простой причине, что мне нужно было очень следить за натяжением нити, за плотностью вязания. Также была особенность в том, что в жаккарде здесь достаточно длинные протяжки. Я вязала жаккард без протяжек, то есть у меня, видите, здесь по изнанке совсем небольшие протяжки есть. И когда жаккард вяжется с подхватами, нужно очень следить за теми местами, где вы делаете подхват, чтобы ниточка не деформировалась и не вылазила на лицевую сторону, да, чтобы эти протяжки не просвечивали. В общем, за этим совсем нужно было следить, где-то петли поправлять, и поэтому вязание шло медленно. Но после того, как я вот отпарила, разложила, примерила кокетку, я осталась в полном восторге. В общем, все затраченные усилия однозначно того стоят. Свитер выглядит просто потрясающе. Он прекрасный. Сидит, и размером я тоже очень довольна. Кстати, по поводу размера. Предыдущий свой свитер тайга я вязала на размер 3 из описания, из пряжи Каризма, и там я была очень близка к плотности автора. По-моему, я не попала только на одну петлю. Вот. А здесь же у меня разница, наверное, где-то на 3 петли. Точно эту информацию я смогу сказать только после того, как постираю свитер, он высохнет, и тогда я контрольно сниму плотность. Но пока у меня такая вот, знаете, ориентировочная плотность 19-20 петель на 10 сантиметров. Вот. И для того, чтобы свитер получился свободного силуэта, так как свитер по фигуре я не хотела, я взяла аж 4 размер. Да, вяжу 4 размер, все как указано в описании, и количество петель для горловины, и росток, и все ряды. В общем, все один в один. Вот. И мне очень нравится посадка. В общем, наверное, в одном из следующих видео я, когда продвину хорошо корпус, смогу примерить и покажу вам, как это сидит. Ну вот даже сейчас на этапе примерки просто кокетки я в полном восторге. Так что, друзья, если вдруг вы тоже хотите связать этот свитер, хочу сказать, что всю подробную информацию о том, как попасть в совместный проект по его вязанию, вы найдете в инфобоксе, а также у меня в телеграм-канале. Вот, на этом, наверное, историю со свитером тайга я буду пока заканчивать, и давайте посмотрим на еще один мой процесс. Итак, я принесла еще один свой процесс, который вяжу жаккардом, и это носочки с котиками. Вот так у меня выглядит носочек на данный момент. Неплохо я продвинулась за то время, пока мы с вами не виделись. Несмотря на то, что вязала я эти носочки, наверное, где-то 2 вечера. За первый вечер я отвязала, ну, где-то вот так, трехцветный жаккард и, наверное, где-то раппорт основного узора до пятки. Дальше я сделала пятку, и вот за второй вечер я вывязала основным узором достаточно большой участок по стопе. И, в принципе, можно было бы провязать еще пару раппортов основного узора и переходить к закрытию мыска. Но я решила немножечко перевязать этот носочек, уже согласовала эти изменения с автором. Как я уже говорила, вяжу я эти носки в тестировании, поэтому изначально я, конечно, делала все по описанию, но есть момент, который меня немножко смущает. Как вы видите, сейчас перед вами находится передняя часть носочка, то есть это перед, а это как бы задняя часть, и здесь находится пятка, да? Ну, то есть пока здесь вот такая вот линия из петель, провязанных другим цветом, это бросовая нить, потом я буду ее распускать и здесь вывязывать пятку. Вот, то есть это получается как бы перед носочка, и мне не хватает в нем симметрии. А мой почему-то внутренний перфекционист требует, чтобы носки выглядели вот так. То есть, чтобы в центре передней части носка находился котик. Вот так. И по бокам от него и шли другие раппорты узора. Вот тогда, мне кажется, это будет очень красиво и симметрично. Вот. Но для того, чтобы вот так вывязать носок, мне нужно поменять место расположения пятки. Мне нужно ее с вот этой части сместить, взять половинку петель, ну, то есть 15 петель в начале ряда и 15 петель в конце ряда, для того, чтобы
пятка находилась в том месте, где мне нужно для симметрии. И также я хочу ее повыше поднять. Я хочу пятку сделать вот здесь, сразу после вот этого блока коричневого узора. Мне кажется, он логически завершает паголенок. И дальше разумно сделать пятку, тем более я хочу сделать ее контрастным коричневым цветом. Вот, и потом уже стопу вязать вот этим основным узорчиком. Мне кажется, так будет логично и симпатично. Так что вот такие вот у меня мысли. Несмотря на то, что носок уже был практически связан, я буду его распускать и перевязывать. На самом деле это не самый сложный блок жаккарда, поэтому я, скажем так, с легкостью его перевяжу. Надеюсь, что в следующем влоге смогу вам показать уже готовую работу, законченную, постиранную, высушенную, заблокированную, ровненькую. Потому что сейчас, кстати, вы можете видеть, как выглядит некрасиво полотно, которое вот сразу образуется в процессе вязания. То есть петли достаточно кривые, несмотря на то, что у меня большой опыт в вязании техникой жаккарда. Вот эту часть с котиками я отпарила. После того, как закончила, изначально она выглядела точно так же криво и косо. Вот. Дело в том, что когда вы вяжете жаккард по носкам, это, наверное, высший уровень сложности, который только может быть в этой технике. Мне кажется, что вот если вы хотите познакомиться с жаккардом, вам ни в коем случае не нужно выбирать носки в качестве своего первого проекта. Я бы рекомендовала какую-то простую шапку или снуд, или даже лапопейсу, да, с круглой кокеткой, где достаточно несложный, с короткими протяжками, двухцветный жаккард, например, где есть один основной цвет и один дополнительный. И это будет прекрасным, скажем так, проектом для того, чтобы познакомиться с техникой, отработать ее, понять ее. Вот. А трехцветные или многоцветные жаккарды, тем более на таких вот маленьких окружностях, это, знаете, задачка со звездочкой для любителей, для тех, у кого набита рука, кто, скажем так, знаете, хочет потрепать себе нервишки в процессе вязания. Вот. Для тех придумали, наверное, жаккардовые носки, потому что здесь даже с большим опытом вязание идет не очень легко и не очень быстро. Но я на самом деле, когда приступила к вязанию вот этих носков, в особенности паголенка, я просто поставила себе, скажем, такую галочку, что я просто буду вязать вот 1-2 ряда, не больше. И потом буду откладывать этот процесс, и потом опять к нему возвращаться, провязывать снова парочку рядов. И знаете, вот так незаметно, маленькими такими вот кусочками я связала этот не самый простой и не самый легкий узор. Конечно, вот так вот, знаете, с наскока его не свяжешь. То есть однозначно устанешь и, наверное, удовольствие потеряется. А так, мне кажется, что не так уж и сложно это было, и, возможно, я даже не буду откладывать в долгий ящик, и после первого носочка приступлю к вязанию следующего, да, так как все-таки мне нужно связать парочку. Так что да, друзья, вот такие вот процессы жаккардом на сегодняшний день находятся у меня на спицах. Вяжу лапопейсу тайга и носочки с котиками. Не хотела бы начинать каких-то новых процессов, хочу по максимуму сосредоточиться на довязывании именно этих изделий. Я думаю, что на выходных я все-таки перевяжу носочек. Если вдруг он мне надоест, то буду иногда переключаться на вязание лицевой глади на свитере. Вот. Но, наверное, сначала закончу носок и потом буду довязывать свитер тайга. Думаю, что на следующей неделе я дам небольшой отдых своему простывшему горлу, и не буду записывать вязальный влог, поскольку каких-то новых интересных проектов у меня на спицах не предвидится, а показывать одно и то же, я думаю, будет неинтересно. Поэтому как только у меня появятся какие-то готовые работы, я обязательно к вам подключусь, запишу отдельное видео и поделюсь с вами готовыми работами и также планами на ближайшее вязание. Я бы хотела, конечно, повязать на машине и, наверное, начну новенький процесс. Тем более я попала в тестирование одного интересного описания. Это будет свитер с жаккардом, но вязать я буду его не для себя, а для Оливии. Несмотря на то, что это описание, оно как бы рассчитано на взрослые размеры, но вот самый первый, самый маленький размер, он подходит для Оливии по размеру, по обхвату груди, и я хочу попробовать ей его связать. Посмотрим, что получится. Обязательно поделюсь с вами, но уже в одном из следующих роликов, друзья. На этом я буду заканчивать. Хотела сказать огромное спасибо за то, что вы уделили свое время на просмотр моего видео. Мне всегда это очень приятно. Я ценю ваше внимание, вашу обратную связь в комментариях, ваши лайки,
лайки. Огромное спасибо вам за поддержку. На этом я буду свое видео заканчивать. Но, как всегда, я прощаюсь с вами ненадолго. Просто говорю до новых встреч. Мы обязательно увидимся с вами очень скоро в одном из следующих моих блогов. А на сегодня, друзья, у меня все. Всем пока-пока!